Всем привет, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале Муравьиные Муравьи, и это первый выпуск из Греции, и он у меня получился такой необычный, как я собирался сделать, а очень даже особенный. И по названию видео вы, конечно же, поняли, что я поймал матку. Да, я поймал матку в Греции, я купался вот в этом бассейне, это прямо возле нашего номера в отеле, вот. Я купался и поймал сначала вот этого самца, которого вы видите на экране в пробирке. Он одиноко плавал, я подумала, что интересно, почему самец там плавает. Лёд что ли был? Ну, в общем, поймал я его, посадил в пробирку и начал плавать дальше. И вот заплыл вот за этот угол, там уже участок. И, в общем, я туда заплыл и увидел еще одно живое существо, плавающее в воде. Ну, точнее, тогда оно уже не двигалось, я подумал, что оно утонуло, но, как оказалось, я взял его в руку и с радостью в глазах узнал, что это матка муравьев. Вот она, красавица. Когда я ее поймал, она не двигалась. И я думал, что она все-таки утонула, но я не терял надежды на то, что она еще очухается. И да, стоило на нее немного подуть и подождать минутку, и она сначала зашевелила усиками, потом лапками, потом вся ожила. В общем, пока что я не знаю, что это за вид, но предполагаю, что это компонентус псевдоэританс, как-то так они назывались. Но я еще не знаю точно, что это за вид, спросил у известных, у знающих свое дело мирмикиперов, и жду ответа. Но, видите, проблема то, что она с крыльями. Это, скорее всего, из-за того, что если она все-таки оплодотворена, то она не успела приземлиться или же приземлилась, но неудачно и в бассейн. И поэтому крылья у нее не было времени сбросить, а было время только сопротивляться в воде. Но я надеюсь, что к завтрашнему утру или хотя бы послезавтрашнему утру она сбросит эти крылья. И это будет явный признак того, что матка оплодотворена либо этим самцом, либо другим самцом. В общем, это будет явный признак того, что матка будет нести яйца, из них будут появляться рабочие особи. Как-нибудь я придумаю, как провести эту красавицу через границу, так как, блин, ну, посмотрите, она очень красивая, снизу желтенькая и такая вот черно-коричневая сверху, и лапки тоже немного желтые. Это очень красивый муравей. Ну, я думаю, что это все-таки компонентус псевдоэританс. В общем, вот такое вот краткое видео. Я сейчас только буквально вылез из бассейна, посадил всех эту матку и самца в пробирку и сразу начал снимать для вас видео. Ну, еще и спросил у мирмикиперов, что это за вид. Так что вот такие вот у нас экстренные и крутые очень новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. И я скоро выпущу еще одно видео из Греции, где буду ходить искать муравьев. Так что, если наберется, давайте, 7 лайков, да. Нет, 7 лайков, это жирновато на такое время. 5 лайков, и я выпущу видео, как я буду искать муравьев в Греции. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. Всем пока.